Дорогие друзья, поздравляю вас с Йом Хацваот. Это День независимости Израиля. Знаете, это очень важный день в истории, потому что Бог давал Израилю свободу. И этот день независимости становится праздником очень важным для всего Израиля и всех евреев во всем мире. И этот день знаменуется тем, что Бог исполнил свое пророчество. Пророчество, которое Он давал Исаии, это записано в 66 главе. Кто слыхал такое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз? Как Сион, едва начал родами мучиться, родил сыновей своих. Этот праздник, я верю, что праздник исполнения пророчеств. И это для нас как знамение. Вы знаете, также за день до этого праздника, очень важный день, день, который называется Йом-Ха-Зикарон. Йом-Ха-Зикарон – это день падших солдат или же день траура. Вспоминание тех, кто боролись за свободу Израиля. И, конечно же, Бог давал победу. Я верю, что это хороший на момент и хороший повод, чтобы молиться, радоваться, благодарить и знать, что скоро Машиах придет.